«Стяжать богатство духовное». Память блаженной Ксении Петербургской за богослужением почтили в главном храме Ташкентской епархии. Глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, совершил божественную литургию в пределе святого великомученика и целителя Пантелеймона. Хотя блаженная Ксения жила в конце 18-го, начале 19 веков, она и после своей смерти до настоящего времени продолжает помогать людям во всех обстоятельствах земной жизни. Мы благодарим Бога за то, что Он дал нам такую подвижницу, которую еще называют петербургской молитвенницей. Если апостол Петр, чьим именем назван город на Неве, покровительствует всей церкви христианской, а благоверный князь Александр Невский, чьи мощи перенесены в город его основателем всей России, то блаженная Ксения своя место городская святая, близкая многим именно потому, что она ходила по этим улицам и проспектам. Но духовно она близка к каждому христианскому сердцу, чувствующими, как скоро блаженная матушка Ксения отзывается на искренние молитвы. Странствовала в этой жизни и стяжевала через свое терпение, через свое смирение, стяжевала великую благодать Божию. И эта благодать стала тем богатством, великим богатством, которое она сейчас обильно раздает каждому человеку, который нуждается. И мы тоже должны стараться стяжевать больше богатства духовного, чем богатство материальное, богатство тленное, временные, скоро приходящие.